Привет, друзья! Сегодня у меня видео на тему «До чего доводит лень?». Лень доводит до того, что я достала комбайн, которому лет немерено. Мне этот комбайн подарила одна мамина приятельница, еще когда это в России была такая вещь довольно редкая, комбайн, не в каждом доме он был. Это было очень давно, дай бог памяти, то ли конец 80-х, то ли начало 90-х. Он такой древний-древний вообще. На нем, правда, написано вот First Austria. Это тоже, наверное, китайский. Просто приятельница была зарубежная женщина, жила в Америке, и у них такое продавалось. У нас не особо. А для чего его достала? Я уже неоднократно в моих видео показываю вам, когда всякие мои заготовки, но я не показывала, сколько я замораживаю, сушу и так далее. Вот не поверите, есть такой овощ, да, который скажете, вообще, зачем это заготавливать? Морковка, она всегда есть в продаже, да? Мало того, стоит она, в принципе, копейки. Да, 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 соглашусь с вами. Но есть один нюанс. Морковку надо каждый раз чистить, резать. А я говорю всегда, лень – двигатель прогресса. Лень вообще, она заставила все вот это вот придумывать людей. Можно же и ручками порезать, да? Только мы же не любим ручками резать. И поэтому я морковку люблю тоже заготавливать. Заготавливать именно в том плане, чтобы потом меньше возиться. То есть я всегда предпочитаю потратить сколько-то времени, там, пусть день даже на какую-то заготовку. Тут, конечно, не день, тут все очень быстро должно быть. Сейчас посмотрим, комбайн еще вообще работает или нет. Зато потом, то есть морковку я морожу. Иногда я ее сушу даже. Представляете, это очень удобно. Открыл эту баночку с сушеной морковкой, щепотку взял, сколько тебе надо, в суп кинул, все. Ну, мороженое еще лучше. Достаточно. Кулечек из морозилки и в супчик кинул. Итак, поехали, что я с ней делаю. Работает, слушайте, сейчас глянем на результат. Я так давно эту штуку не доставала. Ну да, все вполне пристойненько. Смотрите, конечно, там она что-то и нагрызла еще, но это я сейчас все буду перебирать. Вот, то есть вот это хозяйство, смотрите. Я впоследствии сейчас переберу вот от этого мусора, вот эти именно повыберу кругляши. Да, хотя можно и не перебирать, в суп и мелкое пойдет, и всякое, кругляшечки прямо идеальные. Дальше я что делаю, я сразу вам покажу, потому что процесс-то у меня, вон, видели таз какой, морковки начищенный. Не быстрый процесс, просто покажу сам простейший принцип, как я это делаю. Я беру целлофановые кульки, поскольку целлофановый кулек самая тонкая, легкая вещь, которая меньше всего занимает место и позволяет организовать максимально рациональное хранение в морозилке. То есть я всегда беру для этого новые кулечки. Теперь берем количество, которое нам нужно, чтобы сварить один супчик. Ну вот так, я думаю. Дальше кулечек просто беру. Можно, конечно, заморочиться, взять вакууматор, но это не тот случай. То есть это такая очень скоростная заготовка. И вот такими колбасочками я это потом убираю в морозил. Плотненько они ложатся, одна к другой, эти колбаски. И чем еще удобно, что всегда можно не вот сразу все количество, да, а колбаску, когда вынимаешь, она легко отламывается. И можно всегда взять половину этого объема. И вот вы просто представьте себе, да, вы видели, сколько у меня ушло времени на 4 морковки. И каждый раз, когда ты варишь суп, вот это вот достаешь ее, чистишь ее, режешь ее, в общем. А тут это секунды. Мало того, она когда мороженая, она и варится быстрее потом. А все витаминчики, все в ней прекрасно сохраняется. Вот, вот такие у меня будут колбасочки. Их сейчас будет много. Я их положу в морозильную камеру. У меня в подвале большая морозильная камера, где много очень отделений. Я потом в нее хожу, беру вот так парочку колбасок, переношу в морозилку наверх, на этаж, где я готовлю, в кухню, в холодильнике, который в кухне, и пользуюсь. Вот такое коротенькое видео, собственно. Я просто вам хотела рассказать, как я это делаю, как бы общую копилку моих заготовок на зиму. Все, ребятки, никакого длинного видео я делать не буду из этого. Тут, собственно, вам все понятно. Комбайн мой жив. Молодец. Сколько лет уже. Вот. Все, пока-пока. До новых встреч.